Добрый день! Мы начали наш прямой эфир. Уникальный эфир, уникальный тем, прежде всего, что одновременно идет прямая трансляция на телеканале «Универ ТВ», на портале Казанского федерального университета, на соответствующих страницах в социальных сетях YouTube, ВКонтакте и Twitch. Кроме того, работает для представителей средств массовой информации специальный чат в мессенджере WhatsApp. И мы будем обсуждать в ходе этого гибридного эфира, прямого эфира, тему, достаточно актуальную сегодня и для всего студенчества, и не менее актуальную, в том числе и для сотрудников университета, потому что речь идет о первых днях жизни в стенах университета очень-очень многих наших питомцев, студентов. Речь идет о заселении в общежитие и об особенностях начала нового учебного года, прежде всего для наших иностранных граждан. Я с удовольствием представляю участников нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего эфира. Это проректор по внешним связям Казанского федерального университета Темирхан Булатович Алишев. Добрый день. Добрый день. Директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета Юлия Владимировна Виноградова. Добрый день. И я говорил, что сегодня особенный эфир. У нас на прямой связи два города, два филиала Казанского федерального университета, крупных филиала. И я представляю с большим удовольствием директора Елабужского института Казанского федерального университета Елену Ефимовну Мирзон. Добрый день. Добрый день, коллеги. Заместителя директора по воспитательной и социальной работе Елабужского института Гульнас Глусовну Сатарову. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Директора нашего Набережно-Челнинского института Махмута Масхутовича Ганиева. Добрый день. Добрый день. Все, замечательно. Мы вас видим, слышим. И заместитель директора по воспитательной и социальной работе Набережно-Челнинского института Ирина Ефимовна Нургатина. Добрый день. Добрый день. Итак, мы все в сборе, мы готовы к разговору, разговор серьезный, вопросов очень много. Они поступали и до начала нашей прямой связи, и сейчас уже, я вижу, начинают поступать. Но для начала давайте, что называется, зафиксируем ситуацию. Если можно, что у нас сегодня, какая у нас сегодня картина с заселением в общежитие? Насколько полно удовлетворены возникшие потребности у студентов, у первокурсников, что в первую очередь важно, потому что они впервые, да, многие в Казань приехали-то впервые. Какие выявились в ходе заселения проблемы, вопросы, какие удалось снять? Очень коротко, вот чисто информационно, если можно. Давайте мы с вас начнем. 24 августа в нашем университете идет заселение иногородних студентов в общежитие. С 27 августа мы перешли к заселению иногородних студентов первого курса. В этом году заселение студентов первого курса оно немного затянулось в связи с этим, поэтому и большое количество вопросов от студентов старшего курса, потому что я поясню немного некоторую ситуацию, что согласно соглашению между профсоюзной организацией студентов, между студентами и администрацией вуза, в приоритетном порядке места в деревне Универсиады предоставляются студентам первого курса бакалавриата и специалитета. Соответственно, все студенты первого курса, они заселены в деревню Универсиады. И также заселение было продолжено до 4 сентября в связи с тем, что у студентов контрактной формы обучения только 31 августа вышел приказ, поэтому заселение продолжалось до 4 сентября. И сейчас, соответственно, мы проводим работу вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов, согласно тем заявлениям, которые подали студенты старшего курса, продолжаем рассматривать заявления, ведем работу по уже оценке мест, по реальному приезду студентов, связываемся с ними. И уже, то есть процедура в заселении иногородних студентов старших курсов, она плавно продолжается. И в этом году она будет продолжаться до 31 октября в связи с тем, что к нам до этого срока будут поступать иностранные обучающиеся. Ну вот все-таки каждый год, да, казалось бы, абсолютно накатанная процедура заселения, размещения
Этот год проявил какие-то новые особенности, нестандартные ситуации? Да. Или все идет достаточно традиционно? Нет, нестандартная ситуация была в первую очередь. Она связана была с выходом приказов о зачислении студентов первого курса. Потому что если раньше, в начале августа, были уже известны список студентов первого курса, тогда было понятно уже количество мест, которое для них необходимо. Поэтому в связи с этим затянулась эта процедура. И, соответственно, студенты старших курсов стали уже позже видеть списки на заселение в общежитие. В связи с этим возник определенный ряд вопросов, которые мы и решали вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов. И сейчас продолжаем, соответственно, уже индивидуально у тех, у кого остались, решать эти вопросы. И, конечно, это по самой процедуре заселения, потому что нам пришлось сделать очень четкий график по заселению, регламентированно по количеству человек, которые заселяются. И поэтому, соответственно, эта процедура была более так нормирована по времени. Спасибо. Тимирхан Булатович, как дела обстоят с нашими иностранными студентами в этой же части, в части заселения? Давайте с этого начнем, потому что еще учебный процесс очень важный момент, связанный, вот, характерный для сентября. И вот уже вам вопросы пошли в числе первых. Вот из Казахстана, дадут ли общежитие по приезду в Казань, придется ли проходить карантин 14-дневный. Ну, то есть вот весь блок проблем, который связан с заселением иностранных граждан. Те, которые уже здесь, и те, которые вот-вот приедут. Будем надеяться, откроют границы. Да. Ну, Леонид Григорьевич, вы действительно начали с того, что год у нас уникальный, и у нас во многом и ситуация с иностранными студентами достаточно уникальная. Мы впервые сталкиваемся со многими процедурами и ситуациями. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что большое количество у нас иностранных студентов и не выезжало из общежитий в течение лета. У нас традиционно после закрытия сессии большое количество иностранных, иногородних студентов уезжали к себе на родину, и далее они возвращались уже ближе к августу, к концу августа, к началу учебного года. В этом году фактически летом в общежитиях оставалось порядка 3000 иностранных студентов, которые никуда и не уезжали и, собственно, плавно и перешли в новый учебный год. Причем я хочу отметить, что среди тех студентов, которые оставались, были и наши выпускники. И до сих пор мы, благодаря поддержке ректора и благодаря возможностям, которые пока есть у университета, в наших общежитиях продолжают, остаются наши выпускники прошлого года. У нас 114 человек проживает в общежитиях здесь, в Казани, и 22 человека в Набережных Челнах в общежитиях проживают. Это, собственно, выпускники прошлого года, которым мы предоставляем возможность остаться до момента открытия границ. То есть это надо просто подчеркнуть для наших особенно предвзятых слушателей, что это дополнительная нагрузка на университет. Безусловно. Это ведь люди, которые должны были освободить в том числе и места в общежитии. Я хочу отметить, что в принципе они уже не имеют формального статуса в университете в некотором смысле, да, потому что у них были оформлены постдипломные отпуска до конца августа, 31 августа. После 31 августа формального статуса у них нет, тем не менее университет идет навстречу и по просьбе консульств ряда стран и по просьбе самих студентов, мы пока имеем возможность их оставить. Мы работаем с ними, мы предоставляем информацию им о том, каким образом они могли вернуться к себе на родину. Тем не менее, мы в этом смысле оказываем поддержку. В то же время, безусловно, вот теми регламентирующими документами, которые были изданы и Роспотребнадзором, и впоследствии Министерством науки и высшего образования, определен некоторый порядок, каким образом иностранные студенты смогут приехать, пересечь границу, каким образом они смогут приступить к учебному процессу. Ну, во-первых, хочу отметить еще раз, что большое количество, и, кстати, первокурсников, и переходящего контингента, как мы его называем, то есть старших курсов, они оставались в Российской Федерации, и их это не касается. По нашим подсчетам, вот особые процедуры по допуску к учебному процессу касаются примерно 35% наших студентов из иностранных, значит, зарубежных государств. Какая процедура будет применена к тем студентам, которые к нам будут приезжать и пересекать границу? Более того, отмечу, что у нас уже есть примеры подобного пересечения границ. Значит, во-первых, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, и это касается не только студентов, это касается всех граждан иностранных государств, которые приезжают в Россию, они должны пройти тест на COVID не ранее, чем за 3 дня до пересечения границы с Российской Федерацией. То есть, как только они заходят на борт самолета... У себя они должны пройти на родине. Как только они заходят на борт самолета, Аэрофлот, иное,
значит, иные авиалинии, они должны иметь на руках вот эту вот, значит, бумажку, причем желательно переведенную на русский язык, и этот перевод должен быть удостоверен. Если нет, то можно на английском языке, ну, желательно на русском. То есть, собственно, это удостоверяет, что, заезжая на территорию Российской Федерации, минимален риск их уже, значит, заражения коронавирусной инфекцией. Далее, при попадании уже в Казань, при приезде к нам сюда, в город, они должны, собственно, тоже пройти определенную процедуру. Во-первых, эта процедура связана с прохождением 14-дневного обсервационного периода. То есть в этот обсервационный период они пока не допускаются к очным занятиям в аудиториях университета. Они будут продолжать учиться онлайн, так же, как они сейчас с использованием электронных технологий учатся у себя на родине, если находятся там. То есть в этот период они не выключены из жизни? Абсолютно нет. Они находятся, они проживают, более того, они проживают в наших общежитиях, потому что я знаю, что были вопросы, а где мы проводим этот 14-дневный период? Я хочу отметить, что этот 14-дневный период они проводят в наших общежитиях. Я просто знаю по долгу службы примеры других государств, где, к сожалению, на подобное, значит, шаг не идут. Им предлагают проходить эти обсервационные периоды в частных хостелах, в гостиницах, где угодно. Их не допускают в студенческий городок. А мы идем по другому пути. Министерство науки и высшего образования, значит, регламентирует этот иной путь. Он предполагает, что университет выделяет специальные помещения для проведения этого обсервационного периода. И мы тоже их выделяем, безусловно. И вот уже в настоящее время у нас 10 студентов университета, они эту обсервацию проходят. Безусловно, когда они начинают проходить обсервацию, они получают специальную бумагу, где мы фиксируем начало этого периода. Более того, значит, после окончания этого 14-дневного периода, а точнее на 10-12 день этого периода, они должны будут пройти еще один тест на COVID. Я хочу отметить, что данный тест мы включаем и мы отработали это с нашими страховыми компаниями, которые работают с иностранными гражданами. Это включается в стоимость страховки, этот тест на COVID, который они проходят на этот 10-12 день. Причем мы, когда выйдем уже на достаточно большое количество иностранных студентов, которые у нас будут этот тест проходить, мы будем осуществлять этот тест прямо на территории деревни Универсиады. То есть они смогут прямо там на месте пройти этот тест, получить, мы все надеемся, негативный результат, то есть отрицательный. И далее уже на 14 день они получат вторую, там, условно, печать о том, что у них инфекция не обнаружена. И через 2 недели они будут допущены, после начала этого периода, они будут допущены уже до учебного процесса. Вот это примерный тот процесс, который у нас, та процедура, которая у нас определена. Я еще раз хочу отметить, что ни на каком этапе вот всего этого процесса они не исключаются из учебного процесса. Будучи сейчас у себя на родине, они подключаются и учатся по расписанию. Дальше, приезжая и проходя, значит, обсервационный период, они также учатся. Эти процедуры реализуются только в целях обеспечения безопасности и самих студентов, и тех студентов, которые находятся здесь, в стенах университета, уже обучаются. Вот примерно я сейчас в общих чертах это описал. Мы далее, уже отвечая на вопросы, уже будем более конкретно, наверное, можем, да, детализировать ситуацию. Я думаю, сейчас будет правильно, если мы подключим наших собеседников в Набережных Челнах и в Елабуге. Хоть Челны и больше по размерам, если позволите, начнем все-таки с Елабуги. Елена Ефимовна, Гульнас Глусовна. К вам тот же самый вопрос. Как обстоят дела у вас с заселением иногородних студентов, с их обустройством, и какие проблемы вы хотели бы отметить в качестве, ну, вот выявившихся в этом году в процессе заселения, те, которые удалось снять, нейтрализовать, или которые пока находятся в работе? Слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, слушатели, все, кто подключился к сегодняшнему прямому эфиру и, возможно, готовят вопросы, на которые мы готовы ответить. Я должна проинформировать, что в нашем институте 3 студенческих общежития и всего более 1500 мест подготовлено для заселения студентов, если быть более точной, 1536 мест. На сегодняшний день заселение в общежитии идет полным ходом. Вот на вчерашний вечер, сегодня, поскольку еще день, ну, в работе, на вчерашний вечер 998 человек заселились, в том числе 524 иностранных студентов. Заселение идет в штатном режиме, количество мест
достаточно для всех обратившихся студентов, в том числе и для студентов 4-5 курсов. Все, кто обращается, мы решаем вопрос в рабочем порядке, и никто на улице не остается. Более того, подготовлен резерв для вновь для зачисленных студентов первого курса, которые мы в любом случае ожидаем, что они приедут, если не в первом семестре, то во втором семестре. Но очень ждем. Более 100 мест подготовлен для заселения и этих иностранных студентов в том числе. Поэтому никаких вопросов по заселению нет. Есть ожидания студентов с подготовленными документами. Приходят с медосмотром и по регламенту заселяются. Поэтому думаю, что все в порядке, все в штатном режиме, и никаких вопросов по предоставлению мест у нас нет. Спасибо. Будем ждать вопросы от наших зрителей, пользователей социальных сетей, если они будут по Елабуге. И обязательно попросим вас дать разъяснение, если они потребуются. Ну и сейчас переключаемся на набережные Челны. Махмуд Масхутович, Ирина Ефимовна, у вас как обстоят дела с общежитиями, с заселением в общежитие? Добрый день, Леонид Георгиевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я в первую очередь хотел бы сказать, что у нас, к сожалению, проблем больше, чем у других. Вот если оценить обеспеченность общежитием, то в Казани, грубо говоря, на 35 тысяч студентов 15 тысяч мест в общежитии. Вот Елена Фимтовская сказала, что у них на 3,5-4 тысячи студентов, насколько я помню, 1,5 тысячи студентов. То есть обеспеченность в среднем составляет где-то примерно 50%. У нас, к сожалению, вы правильно сказали, вот самый большой филиал, у нас 10 тысяч студентов, и у нас всего на сегодняшний день 1,5 тысячи студентов обеспечено общежитием. То есть это 15% всего. Или по-другому говоря, цифрами, это обеспеченность составляет 3 раза хуже, чем в головном вузе и чем в Елабуге. И проблема еще в этом году в том, что у нас на сегодняшний день до сих пор идут ремонтные работы в общежитии. Таким образом, из этих 1,5 тысячи у нас 500 мест еще выведены из оборотных фондов. И, к сожалению, ситуация была действительно очень непростая. И у нас определенные были проблемы. Но, тем не менее, на сегодняшний день, во-первых, значит, мы ждем, что 25 сентября мы общежитие сдадим после ремонта. Эти 500 мест у нас вернутся опять к студентам. Второе, значит, мы на сегодняшний день заселили уже 1069 человек, студентов. Сегодня еще 62 человека заселяем. А те ребята, которые пока временно в течение месяца вынуждены не быть заселены в общежитии, они на сегодняшний день живут в хостелах, в квартирах и в общежитии других вузов города Набережной Челны. То есть на сегодняшний день проблема снята. Более того, мы сейчас начали работать не только со студсоветом студентов, но и работаем с активистами, ребятами, скажем так, с неформальными лидерами. И проблем на сегодняшний день, я считаю, что таких глобальных нет. И после 25 сентября проблема в целом вся снимется. Но, к сожалению, у нас с каждым годом, вернее, к счастью, может быть, каждым годом все больше и больше студентов к нам приезжает, иногородние, из-за границы. У нас столько студентов, иностранцев на сегодняшний день 1131 человек. Поэтому проблема такая существует, и эта проблема решается и понимается на уровне города, республики. Вот сейчас заканчивается проектирование нового общежития на 1050 мест. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет такое общежитие будет построено. Вроде договоренность у нас есть по выделению средств. Я надеюсь, что вот таких проблем, как в этом году у нас, в дальнейшем больше не будет. Спасибо. Будем ждать вопросов о Челнах, о тех проблемах, которые обозначились. Таковые будут у наших зрителей. Ну, стали поступать уже первые вопросы в социальные сети. Но начнем с того, что через WhatsApp приходит от средств массовой информации. Журналистам всегда приоритет определенный мы отдаем, учитывая их, значит, необходимость им в первую очередь максимально быстро распространить информацию на страницах своих изданий. Реальное время. Вопрос. Ну, один вопрос такой. Видимо, Тимирхан Булатович, вам как проректору уже. Угу.
Если не сложно, поясните, пожалуйста, с чем связан поздний выход приказа. Я не очень в теме, вот, честно признается журналист. Какой порядок изменения издания этого документа? То есть, почему так случилось, что все впритык? Ну, видимо, не все еще вот... Я не буду вас сейчас загружать конкретными данными. Я просто скажу, что вы, наверное, знаете, что у нас ЕГЭ в этом году сдавали достаточно поздно. И результаты пришли еще позже, значит, сроков сдачи. И вот, собственно, приемная кампания была, к сожалению, сдвинута у нас. Ну, ее результаты и выход приказов не был сдвинут. В целом, в системе высшего образования. То есть это общие сроки для всех. Ну, ЕГЭ, он общий для всей Российской Федерации, собственно. Поэтому я говорю, что даты были сдвинуты фактически на месяц. То есть если раньше мы приказы выходили, начиная с конца июля, мы там до середины августа фактически уже имели основной контингент, то сегодня у нас приказы выходят до сих пор еще некоторые. Но при этом университеты не стали сдвигать сроки начала учебного процесса. Да. И университеты имели на это право, на самом деле, в принципе. Но Казанский университет не пошел по этому пути, я думаю, совершенно оправданно, потому что многие вопросы мы смогли оперативно решить. Спасибо. И вот тоже вопрос от нашего коллеги. Подтверждают ли в КФУ информацию, ну, она сейчас так вот, слухами земля полнится, это когда возникают проблемы, всегда возникают рядом с ними и слухи, о якобы имеющемся дефиците мест в общежитиях, и цифры разные называются, в одном месте я видел там 4,5, вот здесь автор спрашивает 4 300 тысяч койко-мест. Вот какова и есть ли сегодня статистика, и насколько вообще вот такая достоверна о том, чего не хватает? В средствах массовой информации тоже появились разные цифры, которые не соответствуют реальности, потому что на сегодняшний день вот уже тоже по головному вузу 10 881 студент заселены в общежитии университета, и процедура заселения, она продолжается, и как уже мы сказали, она будет продолжаться до 31 октября, даже еще захватом 2 недели, потому что студенты иностранные, если при открытии границы они будут иметь право приехать и заселиться в общежитие, особенно первый курс, им будут предоставлены места, поэтому на сегодняшний день именно вот такого дефицита, который указан, то есть он не соответствует действительности. Я здесь хотел бы несколько продолжить и вот усилить тезис Юлии Владимировны. Во-первых, ни один университет в мире не обеспечивает 100% заселение всех своих студентов иногородних, значит, в кампусе университета и в общежитии университета. Если есть, то это единицы, это уникальный случай. А с небольшим контингентом. Поэтому вообще говорить о дефиците в этом смысле достаточно странно. То есть есть то количество, которое мы можем заселить, условно говоря. А это не дефицит, это просто тот объем, который, собственно, фиксированный, который мы предоставляем. И, собственно, все студенты, когда они поступают в университет, они это отлично понимают. В первые же несколько дней их заселения в общежитии им говорят о том, что, к сожалению, вполне вероятно, что если будет какие-то нарекания, ваш адрес и так далее. А если жилищно-бытовые комиссии будут принимать подобные решения, то вам придется найти, значит, место проживания за пределами общежития университета. И это нормальная мировая практика, когда студенты в складчину, вдвоем, втроем снимают квартиру или живут в хостелах. То есть это обычная практика. И в этом нет ничего особенного. И второй момент. Юлия Владимировна отметила, что до 31 октября у нас будет заселение. Действительно, оно будет продолжаться и дальше. Я прошу, вот я знаю, что есть обращение со стороны родителей, из Казахстана родителей, из других государств. Будут ли предоставлены общежития моему ребенку, студенту, если он въедет чуть позже? Безусловно, все первокурсники, университета обеспечиваются общежитием. Если студент старших курсов уже имеет право на заселение общежития, он тоже этим местом будет обеспечен. Но, безусловно, есть часть студентов, которая жилищно-бытовыми комиссиями институтов не была рекомендована к заселению. К сожалению, таких студентов мы заселить в общежитии не сможем. Вот я тоже хотела бы подтвердить вот данную информацию, потому что на сегодняшний день мы работаем, вот я провожу работу с жилищно-бытовыми комиссиями каждого института, мы с ними по графику собираемся. У нас для студентов первого курса, и вот сейчас отдельно по каждому скажу, по каждой категории иностранных обучающихся, которые не приехали, оставлены места в соответствии, с теми, кто зачислен и кто поставил галочку о том, что место ему необходимо в общежитии. И также оставлены по сетке заселения места для студентов старших курсов, которые были рекомендованы к заселению жилищно-бытовыми комиссиями, и которые уже отразились в приказе на заселение. Соответственно, их места тоже также
ждут? Вот эта тема, насколько я знаю, в студенческой среде, те, кто не оказался заселенным, вызывает некоторые ворчания. Вот места есть, они зарезервированы, а нас не селят. Вот что бы мы ответили на такие вот недовольства? Во-первых, мы должны понимать, что заселение студентов происходит в соответствии с приказом. И в приказ вошли студенты первого курса, которым мы предоставляем, как я уже говорила, согласно соглашению назвала документ, всем иногородним студентам первого курса предоставлены места в общежитиях. Вот. Второе, то, что те, кто уже тоже рекомендован жилищно-бытовыми комиссиями, на них тоже, соответственно, вышел приказ о их заселении. Поэтому на сегодняшний день эти места закреплены за каждым из этих студентов. Но я при этом, вот, продолжая тему, что мы могли ответить, я хочу отметить, что коллеги, тем не менее, сейчас проводят, по-моему, достаточно кропотливую работу определению тех мест, которые могут быть свободными в итоге. Да, у нас есть категория студентов, которые есть студенты старших курсов, которым мы выделено место, но они в результате отказываются, соответственно, от места, они находят другой вариант. Сейчас проработаны эти места, и уже с некоторыми институтами, соответственно, идет замена и заселяются. Уже вот идет процесс заселения других студентов. Второе, мы полностью просматриваем контингент студентов первого курса, то есть потому что мы определяли места в соответствии с планом приема и, соответственно, сравниваем план приема, количество действительно иногородних студентов первого курса, которые поставили галочку. Для тех, кто не приехал, до каждого дозваниваемся студента, уточняем эту информацию по поводу необходимости места, приезда, возможностей и так далее. И те места тоже, вот этот фонд, он перераспределяется. То есть каждое место на сегодняшний день свободное, оно прорабатывается. Вот, кстати, следом бежит вопрос, по-моему, от того же даже автора, вдогонку, что называется. А если мы сможем приехать только во втором семестре, все равно место сохранится? Первый курс? Безусловно. Да, для студентов, безусловно. Конечно. То есть это после Нового года второй семестр-то? Да, ну спасибо. Есть вопросы, на первую часть которого, я думаю, вот Темирхан Булатович уже ответил достаточно развернуто, такой требовательный. Дайте, пожалуйста, каждому нуждающемуся в общежитии студенту четкий, ясный ответ, какого числа ему дадут место. То есть, с одной стороны, вы сказали, что вообще-то нет такой мировой практики, и вообще и в стране нет такой практики нигде, где каждому обязаны до n-го числа что-то предоставить. С другой стороны, это, видимо, продолжение вот того, что говорилось про Челны, про набережные Челны. Я вот обращаюсь к вам сейчас. Авторы не устраивают сроки там, до 31 октября. Ну, вообще вот такие отодвинутые сроки ожидания. Они очень растянуты во времени, а пока идут пропуски занятий. Не все же дистанционно. Вот что вы можете сказать такого рода авторам? Да, давайте я начну. И в Казани, и в Челнах. Да, Михаил Владимирович, продолжить. По поводу сроков, там отодвинутых сроков до 31 октября. Да, это порядок приема в университет, в соответствии с которым у нас приказы о зачислении в университет могут издаваться до вот этой даты. Соответственно, мы ожидаем, что после издания этого приказа, если, опять-таки, границы будут открыты, то студенты могут еще въезжать в течение октября и в течение ноября месяца далее, уже после 31 октября. А далее и декабря, и нам, как говорят, люди опасаются, что смогут приехать только во втором семестре. Еще раз повторюсь, в любом случае всем первокурсникам эти места будут предоставлены. А почему отодвинуты сроки, собственно, коллеги? Это объективная ситуация, она связана с тем, что у нас, к сожалению, пока закрыты границы с большинством стран. Это политика миграционная, это политика правительства Российской Федерации, она абсолютно оправдана, связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией здесь, в России и в зарубежных странах. Основная задача – обеспечить безопасность. Недавно было проведено совещание Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Наш министр Валерий Николаевич Фальков тоже эту тему поднимал, обсуждал с вузами. То есть каким образом нам грамотно организовать допуск студентов, открытие границ. А есть опасения, в том числе со стороны наших руководителей, о том, что быстрое, такое необдуманное, скажем так, открытие границ странами может, к сожалению, привести к дополнительным вспышкам инфекционных заболеваний, которые нам бы не хотелось допустить, особенно сейчас, когда у нас, к сожалению, и период заболевания гриппом может начаться,
и различными респираторными иными заболеваниями. Нам очень важно вот этот процесс, чтобы он не произошел. И не хотелось бы, чтобы студенты, которые приедут при открытии границ, здесь оказались бы в сложной ситуации в связи с этим. Поэтому лучше, чтобы иногда даже сейчас, чтобы многие студенты находились у себя на родине. Вторая часть вопроса связана с организацией учебного процесса. И это, на самом деле, тоже прозвучало в вашей реплике. Да, да, и в реплике, точнее, нашего коллеги, который дистанционно задает нам вопрос. Сегодня, во-первых, на сайте университета, прямо на первой странице, есть ссылка на горячую линию в связи с этим. Если вы зачислены, если вы первокурсник, если вы родители первокурсника, и вы по каким-то причинам не подключены к учебному процессу в настоящее время, я прошу вас туда зайти, там есть номер телефона, там есть электронные почты, адреса каждого института и ответственных людей в этом институте, кто отвечает за это. Вы можете написать лично мне на электронную почту, Алишев Тимирхан Булатович, проректор по внешним связям, на сайте тоже это есть в структуре университета. По любым каналам вы можете достучаться до университета и сказать, забить тревогу. Я поступил, я зачислен, но я по какой-то причине не могу, значит, подключиться к дистанционным занятиям. Если такие проблемы есть, я знаю, единично они возникают, и люди мне пишут, пишут в институты, они быстро на самом деле решаются. Это чисто организационная проблема, она в меньшей степени техническая. В соответствии с расписанием у нас идут занятия, и все студенты иностранные, они к этим занятиям подключены. Я думаю, Махмуд Мансгутович там продолжит уже. Спасибо, да. Махмуд Мансгутович, у вас прозвучал, я почему и к вам тоже адресовал этот вопрос, прозвучала цифра, дата 25 сентября, когда там станет чуть-чуть полегче и поопределеннее. Вот что вы можете ответить тем, кто вот с нетерпением ждет больше определенности по своей судьбе? Ну, я думаю, Тимур Хамблас все уже объяснил, с чем это связано. Мы придерживаемся общего университетского регламента. Мы тоже ждем, естественно, первокурсников из-за границы. Их у нас достаточно большое количество. Этим все определяется, все. Больше других комментариев нет. Спасибо. Тогда продолжим пока идти по вопросам. Их очень много, но они все-таки иностранных, да, много студентов. Их родители, по всей видимости, все-таки давайте еще раз успокоим тех, кто вокруг цифр сейчас крутится, и чтобы цифры не точно не попадали, во всяком случае, в публичное пространство, а были более корректными. Вот автор спрашивает, если цифры, озвученные в СМИ, не соответствуют действительности, сколько сейчас студентов не первый курс и не иностранцы получили отказ заселения? То есть, когда есть ли сейчас корректные цифры, или когда их стоит ждать, чтобы уже как-то... Давайте я скажу, когда их стоит ждать, потому что на сегодняшний день, я уже озвучила цифру, которые студенты заселены, есть, соответственно, студенты, которые, чьи места оставлены для иностранных студентов, которые должны приехать, и сейчас у каждого института, то есть обновляется, и они проводят работу индивидуально с иногородними студентами, которые остались не заселены в общежитии, для того, чтобы именно получить реальную картину. Также профсоюзная организация студентов ежегодно проводится, в этом году мы на следующей неделе запустим уже, соответственно, опросник по тем студентам. Мы всегда формируем, у кого остались вопросы по заселению и у кого, соответственно, нет места, для того, чтобы вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов выяснить эти вопросы. И вот тогда мы действительно сможем получить реальную цифру. Потому что если мы будем опираться только на цифру поданных заявлений от иногородних студентов, то на сегодняшний день даже ситуация поменялась. Потому что студент бывает подает, и такая есть категория студентов, подают заявление на предоставление места, но даже при заселении, при предоставлении места, уже планы за лето поменялись, появился другой вариант, и, соответственно, уже нет необходимости в предоставлении места в общежитии. Поэтому на сегодняшний день в институтах формируется реальная картина и потребность, и там можно как раз узнать, предыдущий был вопрос, где можно узнать ясную картину, потому что обратив жилищно-бытовую комиссию института, курирует, который заместитель директора по социально-воспитательной работе, все их контакты также указаны, где идет информация по заселению на сайте университета. И, соответственно, комиссия работает. Есть положение, которое все выставлены на документы на сайте университета о работе жилищно-бытовой комиссии. Есть регламент предоставления места в общежитии. Есть учет индивидуальных достижений. То есть эти все документы, они есть, с ними можно ознакомиться. На основании этого идет работа. И как раз был предыдущий вопрос, где можно уточнить, то есть
есть когда будет предоставлен или нет. Это можно посмотреть в комиссии, потому что сейчас как раз и формируется тот список, и в соответствии с их рейтингом учета личных достижений, в какой примерно там, если есть очередности, или как будет решиться. То есть я сейчас всем иногородним студентам рекомендую, у кого остались вопросы, обратиться в жилищно-бытовую комиссию своего института, действительно заявить свой вопрос, заявить свою потребность, и уже там, соответственно, решить вопрос. Если дальше, на следующей неделе, как я уже сказала, будет запущен опрос, и работа будет продолжаться совместно с профсоюзной организацией студентов. И тогда уже можно будет ответить, вот вообще существует ли этот дефицит мест. Спасибо. Ну и вообще хочется, наверное, призывать не то слово, но как-то очень надеяться, что в такой тонкой, да, материи, связанной с жизнью, с повседневностью, с бытом молодого человека, все-таки меньше будет хайпа и троллинга, да, потому что я вот сейчас смотрю, в некоторых медиа появляются, зачем-то популяризуют, ну, откровенный троллинг, там, когда увязывают место, оплату места проживания с стрип-клубом. Ну, как это назвать? Я полностью с вами согласна. Унижение студентов. Вообще над студентами кое-кто начинает глумиться. И не без помощи, к сожалению, массовых источников информации. Я думаю, что я бы хотела обратиться еще к самим студентам, к их родителям, что больше, наверное, обращаться не просто даже как бы огласить свои проблемы, а обратиться в институты, обратиться в профсоюзную организацию, обратиться в департамент по молодежной политике. И мы в течение, то есть, ну, буквально там короткого времени постараемся решить либо дать ответ на определенные вопросы, которые есть. И я думаю, что совместно где-то необходимо немножечко терпения, потому что вот в этом году ситуация, она немножко нестандартная по заселению, в связи со сроками именно заселения. И я думаю, что мы уже, ну, в течение сентября, я думаю, многие вопросы, те, которые возникали, они будут решены. Спасибо. Есть, опять к иностранцам возвращаемся, к иностранным нашим студентам. Такие, они блоками поступают, эти вопросы. Авторы додумывают и быстро дописывают. Значит, 26.08, это августа, ВУЗ подтвердил поступление денег на счет, но меня до сих пор нет в приказе, иностранный студент, первый курс. В случае, если в ближайшее время откроют границы, а меня не успеют внести в приказ, как будет проходить заселение в этом случае? И будут ли проблемы с таможней? Вот движение приказов и движение людей в связи с этим, вот как осуществляется? Ну, безусловно, значит, на место в общежитии имеет право студент, который зачислен в университет приказом. А приказ формируется в университете на основании представлений. Такая специальная такая бумага, такой документ, который в свою очередь формируется институтом. То есть институт смотрит на конкретного студента. Он видит, что он прошел вступительные испытания, если мы говорим сейчас об иностранных студентах. Или на ЕГЭ, если мы говорим о российских студентах. Смотрят на все документы, которые приложены в личном кабинете. Если это контрактный договор, студент, который, значит, поступает и учится на внебюджетной форме обучения, он оплатил, значит, свое обучение там, в 100% форме в соответствии с договором в течение там, 7 дней, как в договоре прописано, то они включают его в представление. И далее это представление проверяется нами и издается приказ в течение определенного периода времени. Безусловно, ну, это такая немножечко, может быть, бюрократизированная, как я вот сейчас сказал, машина. Она каких-то студентов, к сожалению, заставляет несколько подождать. Мы понимаем как бы очень сложную, неопределенную ситуацию. Но вот буквально сегодня у нас формируется приказ еще на 300 иностранных граждан. Возможно, вот наш респондент попадет туда. А если он мне лично напишет, например, по почте, то мы узнаем это. Я могу ему более конкретно ответить, например. Слушайте внимательно, у вас есть возможность лично написать проректору, который курирует ваши вопросы в том числе. И мы проверим, в связи с чем такая вот сложность происходит. Но еще раз повторюсь, что действительно, если это визовая страна, откуда там пишет коллега, то нам нужно оформлять приглашение для того, чтобы они у себя на родине могли оформить российскую визу. К сожалению, пока мы не можем оформлять приглашение по большинству стран. У нас только 4 страны есть. Ну, вот сейчас открывается еще несколько стран, по которым мы можем оформлять приглашение. Причем только гражданам этих стран. Там их сейчас порядка 6. Этих стран. И, безусловно, если у нас нет приказа на зачисление, мы не можем оформлять приглашение. Я с этим полностью согласен, поддерживаю обеспокоенность. Давайте мы проверим, в чем проблема.
Я бы еще хотела, Леонид Григорьевич, добавить, если позволите, что мы очень тесно работаем со структурными подразделениями из приемной комиссии, из департамента внешних связей, поэтому если студент обратится, то абитуриент там, на сегодняшний день или уже студент, который поступил, то его вопросы по приказу здесь мы в тесном контакте, соответственно, находим и отвечаем на вопросы. Спасибо. Есть один вопрос, который на первый взгляд кажется таким легким, но вообще я его всем участникам нашего сегодняшнего разговора бы адресовал, может быть, в более развернутой формулировке. Вообще он звучит так. В связи с ковидом, когда можно будет приводить гостей в общежитие? А вообще вот в связи с ковидом в Казани, в Елабуге, в Набережных Челнах, какие предпринимаются сегодня меры и безопасности, и в то же время меры, которые позволяют студенту чувствовать себя студентом. Да? Все-таки понятно, что молодая кровь, она требует какой-то повышенной активности, и с этим, считайся, не считайся, активность будет. Вот как балансирует университет в студгородке, в деревне Универсиады, в Елабуге, в Набережных Челнах между вот этими желаниями, хотениями и реальностью, которую нам диктует в том числе и ковид? Давайте с Казани тогда начнем, потом передадим слово Елабуге. Хорошо. Но на сегодняшний день в Казани, я думаю, что всем уже не секрет, что и все это видели, проводится в учебных, во всех корпусах и вообще во всех зданиях термометрия, это измерение температуры студентов. В каждом общежитии мы каждый день с сотрудниками института, сотрудниками департамента проводим мониторинг здоровья обучающихся, которые проживают. То есть тесно взаимодействуем мы с нашей студенческой поликлиникой для того, чтобы если при выявлении каких-либо простудных заболеваний, иных заболеваний вовремя отреагировать, и принять определенное время. Со студентами проводятся профилактические мероприятия с использованием, то есть и радио, и наши сотрудники, и кураторы группы предупреждают о том, как лучше сейчас, соответственно, какие меры предпринять, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции. Вот. И в целом, то есть и во всех учебных корпусах, то есть введен масочный режим. Также отдельная обработка проводится и общежитий, то есть определенные введены меры по профилактике коронавирусной инфекции. И все это регламентировано теми нормативными документами, локальными актами, которые есть у нас сейчас на сегодняшний день в университете. Ну, так вот, чтобы не создалось впечатление, что все совсем строго и жестоко. Вот степень свободы передвижения в общежитиях сегодня какая? Степень свободы остается. Студенты спокойно заходят в общежитие, они живут в комнатах, они, соответственно, посещают места общего пользования, то есть они готовят на кухнях, они общаются между собой. То есть это все остается. Ну, друзья, пускай пока будут в городе. Да, в любом случае лучше минимизировать количество приход гостей, поэтому на сегодняшний день пока приход гостей не рекомендован. Спасибо. Как в Елабуге обстоят дела с профилактикой, предотвращением вот опасных вирусов, ОРВИ надвигается, гриппа и так далее. С другой стороны, желанием студентов более свободно проводить свободное время, простите за тавтологию. Да, уважаемые коллеги, мы все учимся в одном Казанском федеральном университете, соответственно, все меры принимаются абсолютно идентичны, и где средства необходимые присутствуют, и термометрия проводится и при входе в учебные здания, и при входе в общежитие, безусловно. У нас подготовлены места для изоляторов на случай непредвиденной ситуации, подготовлены места для обсервации приезжающих студентов. Пока, конечно, мы, безусловно, просим ограничить посещение посторонних, посещение общежитий. Посторонние – это те, кто не проживает в общежитии, да? Более точно скажу. Ну и я очень благодарна студентам за понимание и за абсолютное понимание всех правил, за соблюдение масочного режима. И при входе все проходят термометрию. Это тоже определенное терпение требует, тем более у наших молодых ребят. Понимание есть, и это действительно видно. Ну и мы начали вакцинацию от гриппа очень дружно, составлены графики по факультетам ежедневно до 3 часов, с 9 до 3 часов дня вакцинацию проходят и студенты, и преподаватели, и сотрудники. Спасибо. Хотя вот скептики просыпаются, пишут, какой смысл ограничений, если мы все равно ходим в институт? Вот видите, и такие есть, да, мнения.
Но сразу, пока вы на связи, Лена Ефимовна, вот такая приятная, приятное сообщение. Здравствуйте, я студентка 5 курса Елабужского института, гражданка Узбекистана. Хочу выразить огромную благодарность за то, что заселили в общежитие и предоставили все условия для проживания. Передаю вам слова благодарности. Спасибо. И набережные Челны. Насколько послушны действующим ограничениям ваши студенты, проживающие в общежитиях? Ну, послушны не только студенты, в общем-то говоря, вот, особенно в период заселения. Очень многие студенты приезжают со своими родителями, особенно первокурсники. И, конечно, мы тоже им говорили, что необходимо придерживаться определенных ограничений. Мы на сегодняшний день родителей не пускали в общежитие. Но все относятся к этому с пониманием. Никаких особых вопросов не возникает. Тем более, после того, как мы пережили то, что вот в апреле, в мае, степень свободы, вот, как Юрий Владимирович сказал, достаточно большой. Мы не ограничиваем ни выход на улицу, мы не ограничиваем общение между студентами в общежитиях, между общежитиями, потому что они у нас расположены компактно, 4 высотных здания. На сегодняшний день вот именно жалоб каких-то на ограничение свобод, свободы передвижения, таких вопросов нет. Я тоже хотела отметить, что да, никаких конечно. Жалоб вот по этой теме не поступало от студентов, никаких вопросов тоже не задавалось. Ну, я вот здесь хочу процитировать, нас, по-моему, Марс говорил, да, что свобода – это осознанная необходимость. Да. Вот если мы осознаем необходимость всего этого, будем действовать, значит, как команда, да, которая понимает опасность, которая, значит, понимает правила и следует этим правилам, то мы будем в целом свободны в тех возможностях, которые у нас есть. Я просто хочу пример привести. Вы знаете, что во многих вузах, там, Соединенные Штаты, например, они начали учебный процесс еще в августе. И, к сожалению, там были ситуации, когда вузу там, в течение 2 недель пришлось обратно закрыться и уйти в онлайн. Mm-hmm. Связано это в том числе с поведением и студентов, которые не соблюдали требований их американского потребнадзора. Значит, и все ушли в онлайн, и опять все лишились вот этого очного преподавания, да, ради чего приходит в университет, собственно. И наша задача совместно со студентами, и очень здорово, что они это понимают, не допустить вот этого перехода обратно в онлайн. Если мы будем соблюдать все правила, мы будем проявлять терпение и соблюдать, значит, требования, то я думаю, что мы сможем нормально пережить, вот, как вы говорите, надвигающийся там период гриппа и ОРВИ. Или я это до этого еще говорил. Поэтому, значит, я думаю, что вот надо вместе нам работать в этом направлении. Спасибо. Но не только понимают, но и обращают строго внимание. Вот Аделина Сильвановская, она не написала, из какого именно она города, Казань, Челны или Елабуга, но вот обращает внимание, я думаю, это всем на заметку. У меня сегодня никто не мерил температуру, точнее всего один раз, а в общаге никто. Вот это к вопросу о том, что студенты переживают иногда, что не столь пристально обращают внимание на их здоровье, как они ожидали. Так что обратите внимание. Опять вопрос от иностранных граждан. Здравствуйте, я иностранка. Если я очень много вопросительных знаков поставил и восклицательных, очень переживает автор. Я иностранка. Если я прилечу во втором семестре и не успею за полгода набрать то количество баллов, который необходим для заселения в ДУ на следующий курс. Мне дадут место в ДУ? Это такой на перспективу вопрос. Это вопрос интересный, поэтому я думаю, что он будет связан именно из даты, когда откроют границы, когда студенты смогут вернуться, и, конечно, все эти особенности, они будут учтены. Я думаю, что в данном случае основные баллы она будет набирать за счет учебы. То есть, если она сейчас будет очень прилежно учиться, посещать занятия и хорошо сдать сессию. Даже дистанционно это все равно будет, да, фиксироваться, конечно, засчитываться. Конечно, то это обязательно будет учтено. А в тех мероприятиях, в которых она не могла принимать участие в силу объективных обстоятельств, конечно, они будут просто не будут учитываться в данном случае. Учебный процесс, он всегда оценивается в рамках рейтинговой системы. И второе, многие мероприятия тоже будут проводиться онлайн. Поэтому я думаю, что возможность заработать, то есть баллы за участие в мероприятиях, это будет. Спасибо. Вот такой очень точечный вопрос. Ну, поскольку он повторяется, автор очень хочет, чтобы я его озвучил, по всей видимости. Тоже иностранец, магистрант. Здравствуйте. Критически такой, я иностранец, магистрант первого курса. Моего одногруппника, тоже иностранца, заселили в ДУ.
А меня в студгородок. Вообще вот тема ДУ «Студгородок», она звучит и по нашим студентам, еще вернемся к ней, про этого магистранта. Mm-hmm. Вот его друга в ДУ, его в студгородок. Институт выделял для магистранта всего 5 мест, которые уже были заняты. Почему его заселили, а меня нет, мне теперь проблематично. Вот, в общем, руководство института говорит, что какую-то справку кто-то предоставил. Решение, а ему не сказали. Решение, где будут проживать магистры, в деревне универсиады или в общежитиях студенческого городка, принимает институт и жилищно-бытовая комиссия института. Поэтому здесь именно по ответ на этот вопрос больше даст именно сам институт и жилищно-бытовая комиссия. Потому что каждый институт в соответствии принимает свое решение по магистрам. Спасибо. Такая обычно прямая связь через социальные сети характеризуется значительным количеством таких строгих и даже ругательных вопросов и мнений. Здесь есть возможность еще и вот по поводу набережных Челнов. Пришло сообщение. Добрый день, я студент из Узбекистана. Поступил 4 года назад в Челны, активно занимаюсь общественной жизнью, институт, у меня хороший рейтинг, и мне предоставили место в общежитии. Спасибо большое, набережные Челны. Принимайте слова благодарности. Вы слышите нас, набережные Челны? Задумались. Мы слышим не только плохое, но и хорошее слышим. Вот хорошее надо тоже уметь слышать. Спасибо и автору, и вам, что вот он имеет основание вам это сказать. Вот вопрос я не очень понял. А можно оплатить после 7 дней со дня заключения договора? Это вот про что можно. Вопрос? Можно. Вам, наверное, смотрите, попонятнее, да? Если при общежитии, можно. Нет, видимо, речь не общежитие, а оплате обучения. Да. Вот по общей практике, те договора, которые отправляются нашим студентам, должны быть оплачены в течение 7 дней после их заключения. Я имею в виду договора на обучение. Видимо, речь о том, можно ли после 7 дней после уже 7 дальше. Дней, да. Но вообще можно, конечно, мы принимаем эти оплаты. Там надо смотреть дальше уже индивидуально, потому что наши требования — это 7 дней. Если позже, то институт уже принимает во внимание различные обстоятельства и уже принимает решение о сумме оплаты, какой был объем, 50 или 100% оплаты за семестр или за 2 семестра и так далее. Но в большинстве случаев мы, конечно, идем навстречу студентам, тем более мы понимаем сложную ситуацию, в которой многих из них оказались. Она связана с тем, что они не могут приехать сюда, в Россию, для того, чтобы оплатить обучение, оплачивают, например, из Узбекистана, из Туркменистана. И иногда проплата, например, приходит через неделю, через 2 недели. Они уже сходили в банк в течение 7 дней, срок выдержали, уже не по их вине эти деньги пришли в университет позже. Поэтому, конечно, мы в этих случаях тоже идем навстречу и стараемся услышать студента, его поддержать. Спасибо. Вот вопрос, ответ на который звучал, видимо, он в расширенном ответе содержался, этот фрагмент. И давайте все-таки эти точки расставим еще раз, чтобы не было потом передергиваний или недопонимания. Так строго звучит: если бы вы понимали ситуацию, то предлагали бы помощь студентам, которым не было предоставлено место, они пускали на самотек все. Лига домов, конечно, хорошо, но недостаточно. Еще раз, какое содействие, помощь оказывает сегодня университет тем, кто по каким-то причинам не попал в общежитие? Попробую пошаговую дать инструкцию, некую дорожную карту, что первое, я прошу данных студентов подойти к замдиректору по социально-воспитательной работе, который курирует работу жилищно-бытовой комиссии. Соответственно, свою проблему озвучить, чтобы было понимание, потому что на сегодняшний день формируется именно как раз реальная картина, сколько у нас студентов есть, которые нуждаются в предоставлении места в общежитии. Дальше, соответственно, нужно получить решение данного вопроса, то есть насколько будет место предоставлено. Если вдруг, то есть потому что будет дан ответ, мы прорабатываем сейчас с жилищно-бытовыми комиссиями, в течение 2 недель в любом случае ответ будет. Если ответ будет не предоставлен, то, пожалуйста, обратитесь в профсоюзную организацию студентов, обратитесь в департамент по молодежной политике. Это следующий ваш шаг, если вдруг у вас не получилось, обратиться в жилищно-бытовую комиссию института. И мы, соответственно, тоже дадим ответ на этот вопрос. Спасибо. Я
Просто уже тогда пофамильно, наверное, нужно? Что сейчас сложно. Пофамильно не надо, да. Во всяком случае, то, что вы обозначили как дорожная карта. То есть некая пошаговая инструкция, что делать, если ты оказался в такой ситуации. И, значит, это же не конец там, жизни или не тупиковая проблема. Да? Решение есть у нее. Просто надо понимать, что даже дальше делать и где университет может участвовать. Если пока вопрос решается и негде жить, мы подготовили ряд, собрали хостелов, гостиниц, которые за минимальную цену готовы принять студентов. Вот такой прям требовательный, это вот все-таки опять по внешним делам вопрос, когда откроются границы Российской Федерации для студентов? Можете ответить? Ответить, конечно, я вам точную дату сейчас не назову. Мы ожидаем, что это может произойти, то есть начало открытия границ может произойти уже где-то до конца сентября. Потому что есть такой документ Роспотребнадзора, в котором указывается, что в настоящее время прорабатывается возможность внесения изменений в постановление, которым как раз регулируется исключение из общего правила о недопуске иностранных граждан на территорию Российской Федерации. И вполне вероятно, что студентов туда внесут. А если это будет сделано, если нормативное поле нам позволит, то мы, конечно, начнем оформлять приглашение. Я думаю, наши авиакомпании начнут полеты в наши страны, безвизовые в том числе. Казахстан, граница с Казахстаном у нас станет более проникаемой такой, да, и к нам начнут приезжать студенты из Казахстана. Я знаю, что достаточно большое напряжение есть в ряде приграничных городов с Казахстаном, куда приехали не только казахские студенты, но я знаю, студенты из Узбекистана и ждут возможности въезда на территорию Российской Федерации. Меня, например, просили направить списки ФСБ, студентов для того, чтобы ФСБ, пропустило их через границу. К сожалению, у нас нет такой возможности, и университет не имеет права направлять списки студентов в какие-либо органы. Более того, даже если мы направим эти списки, никакой ФСБ не примет решение о том, чтобы этих студентов пропустить. Потому что есть постановление правительства Российской Федерации, которым мы все следуем строго и соблюдаем. И еще раз я хочу повторить, что вот это закрытие границ – это не какое-то специальное испытание для иностранных граждан. Это не какая-то специальная преграда, которая выстроена Казанским федеральным университетом или правительством России для того, чтобы не допустить их сюда. Это, к сожалению, это объективное обстоятельство, которое, и нам нужно понять, почему это произошло. Сделано это в целях обеспечения безопасности. Я думаю, что каждый из родителей и каждый из студентов должен это понимать. Я понимаю, со своей стороны, то нетерпение. И всем студентам, особенно уже старшим курсом, хочется увидеть своих друзей. Хочется вернуться в аудитории и так далее. Но, тем не менее, вы, как люди взрослые, получающие высшее образование, должны такие вещи тоже осознавать, почему это происходит. Другой вопрос, конечно, по первокурсникам, которых мне, например, в некотором смысле жалко, потому что первокурсник всегда приходил в университет и начинал сразу понимать, что такое университет. Да? Сложно в онлайне объяснить первокурснику. А он вроде и студент университета, его и не видел И это, конечно, большая задача стоит перед кураторами, перед институтами, чтобы они смогли, может быть, и в дистанте, но погрузить первокурсника в эту университетскую специфику, попытаться сделать это в онлайне. И, конечно, как только границы откроются, мы очень надеемся, что уже в октябре, особенно безвизовые страны, смогут к нам заезжать, и мы их ждем, собственно, у нас готовые общежития и обсервационные пункты. У нас готовая, наша клиника. Я хочу сказать, что многие, наверное, знают, что у нас клиника есть в университете, которая обеспечивает безопасность наших студентов в том числе. Все готовы для того, чтобы их принять, и мы действительно сами ждем. Если бы мы знали, когда откроются границы, была бы большая определенность, нам было проще и с общежитиями, мы бы более точно планировали многие вещи. К сожалению, мы пока находимся в такой ситуации неопределенности, но которая, в свою очередь, обеспечивает определенную безопасность. Я еще раз хочу повторить это слово. Спасибо. Наш час работы пролетел молниеносно, но надо признать, что и вопросы, в общем, достаточно однотипные идут, и в более обобщенной форме, в более какой-то конкретной, через какую-то личность, через какую-то историю, мы так или иначе дали на них, на сегодняшний момент, возможные ответы, как мне кажется. Мы, то есть это и вы, и наши, собеседники, находящиеся, наши коллеги, находящиеся в Елабуге на прямой связи и Набережных Челнах. Знаете, когда мы завершали прошлый учебный год, хочется еще одну тему затронуть, она впрямую здесь не присутствует, в обозначенной у нас сегодня.
Но так вот она витает в воздухе первокурсников. Когда мы завершали учебный год, она у выпускников витала. Как мы будем вот, отмечать выпуск, как нам диплом будут вручать и так далее. Первокурсники, многие, вот уже говорили очень хорошо, сказали, что это определенная атмосфера, дух, который он окунается с первых дней. И во многом эту атмосферу создавал так называемый день первокурсника. Вот некая церемония вручения студенческого билета. Большой праздник в деревне Универсиады. Какие-то мероприятия, проводимые на уровне институтов массовые, которые тоже позволяли консолидировать первокурсников. Ну и, кстати, там общение, снимались многие вопросы, которые, в общем, не оказываются не очень острые, просто ответов проще найти, когда вместе. Как планируется чествовать, консолидировать, что называется, через дни первокурсников, и будут ли таковые наших первокурсников в Казани, в Елабуге, не безинтересно, и в Набережных Челнах? Какие вы для первокурсников готовите, ну, скажем так, особые события, мероприятия, которые бы ускорили их процесс адаптации в КФУ? Не только же заселением в общежитие этот процесс сопровождается. Я полностью с вами согласна, потому что в Казанском федеральном университете отдельная большая работа уделяется студентам первого курса. Буквально до дня рождения университета полностью все это время, сентябрь, октябрь, часть ноября, они посвящены именно студентам первого курса во всех направлениях. И в интеллектуальном, и в спортивном, и в творческом, и в общественной деятельности. Это ряд различных школ, мероприятий, конкурсов, фестивалей. Все для студентов первого курса. Вот сейчас, на сегодняшний день, мы продумываем таким образом, как их сохранить, эти традиции, потому что в любом случае студент первого курса, он потом в будущем продолжатель традиции университета, да, в который он должен окунуться. И вот эта начальная пора как бы образовательного процесса, она и была всегда вот так, что студент, который поступил в университет, он погружается в эту студенческую жизнь, он узнает действительно традиции нашего университета, наш альма-матер. И на сегодняшний день мы продумываем как раз каким образом, с учетом тех требований, которые у нас есть, начать эту работу, то есть мы сохраняем те же конкурсы, мы продумываем, как их сделать таким образом, чтобы они сохранились, и вовлечь студентов первого курса, узнать все их способности и вовлечь их в активную студенческую жизнь. Мы продумываем, то есть сейчас запустится конкурс «Лучшая академическая группа», будут также проведены, но уже сейчас адресно по группам, чтобы вот минимизировать, соответственно, контакты школы актива, и уже когда будут разрешены, то есть по мерам проведения мероприятий, то мы, соответственно, уже вот эту вот ту молодежь нашу талантливую, одаренную, креативную, которую мы сформируем, мы их уже объединим в единое целое. Спасибо. Ну и чтобы линия тут есть вот ворчащие зрители, которые говорят, эфир все-таки про заселение и про эти проблемы. Дополнение и к вопросу, на который вы сейчас ответили, на который ответят наши коллеги, каждому такое дополнение в виде вопроса, поступившего только что. А в каком общежитии, если таковые, будет проходить карантин для студентов? То есть выделены ли специальные места, каким-то образом они оборудованы? Соответственно, в Казани, в Елабуге, в Челнах. Тимирхан Булатович уже говорил, что у нас в каждом институте, в каждом общежитии, где проживают студенты института, предусмотрены комнаты для, соответственно, не будем называть их как бы карантина, а для временной обсервации студентов. То есть если мы говорим об иностранных граждан. А если студент тот, который, то есть, имеет заболевание, то мы контактируем, первое, это обращаемся при необходимости в соответствии с его состоянием здоровья, либо это студенческая поликлиника, либо же этот студент тогда либо госпитализируется, либо помещается в обсерватор. Это все в зависимости от состояния здоровья. Давайте я так тоже усилю. У нас, по сути, такой двухуровневый обсервация. То есть первый уровень — это простой заезд иностранных студентов, у которых уже есть справка на руках о том, что ковида у них нет. И мы их помещаем в специальные обсервационные пункты. Они в этом смысле, это не строгий карантин, вот, в правильном смысле этого слова. Да, это обсервация. И, собственно, эти же термины обсервация используются в рекомендациях Потребнадзора. Студент может выйти, он может купить себе еду, вернуться обратно, но он не может посещать занятия очно в университете. Он учится пока с использованием электронных технологий. Две недели. В процессе этих двух недель у него замеряется температура, мы строго фиксируем какие-то симптомы, которые могут возникнуть, не дай бог, да, могут возникнуть. Если в процессе мы фиксируем возникновение, значит, заболевания вдруг,
он помещается в другой тип карантина. Это более жесткий карантин, который не позволяет ему уже никуда выходить. Для этого есть специальные помещения, специальные здания. Они есть отдельно в деревне Универсиады, выделен целый дом под эту задачу. И вне пределов деревни Универсиады есть еще один дом, который выделен под эту задачу. В общей сложности там порядка 350, наверное, мест вот в двух этих помещениях. Они сейчас свободны и специально вот ждут возможного их заполнения, вдруг, не дай бог, специально для того, чтобы вот этот второй этап изоляции, да, более жесткий, провести. Эти люди уже находятся, у которых появились симптомы, температура, которым являются контактными, либо им поставлен диагноз, они находятся там уже под наблюдением врачей, и они там, собственно, проходят лечение. И сделан этот жесткий карантин для того, чтобы не допустить распространения инфекции по территории наших общежитий. Ну, у коллег, я знаю, в филиалах примерно схожие позиции, но они прокомментируют. Угу. Спасибо. Елабуга Елена Ефимовна, что вы интересного готовите первокурсникам и насколько, вот, соответственно, второй вопрос, елабужский филиал готов, ну, к таким вот ситуациям, когда, возможно, придется кого-то изолировать? Да, не скроем, что эти первые сентябрьские дни, они, конечно, посвящены в большей степени нашим первокурсникам. И на сегодняшний день идет 4 учебных здания с интересными мастерскими, лабораториями, музеями. Безусловно, мы знакомим с историей нашего славного Казанского федерального университета и историей нашего Елабужского института. Мы гуляем по городу нашему красивому, старинному и знакомим с историей города, посещаем музеи сейчас с нашими первокурсниками. А на следующей неделе на свежем воздухе на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» начнутся выездные мероприятия по факультетам небольшими группами с целью посвящения в первокурсники. Это традиционные наши мероприятия, они все, ну, и, безусловно, сплачивают группу, ребята знакомятся друг с другом в более неформальной ситуации. Также мы предполагаем, что впереди у ребят тоже очень интересная жизнь, потому что сейчас идет полным ходом запись в спортивные кружки, творческие, спортивные секции, творческие кружки. И думаю, что, безусловно, это придаст особый тон учебной деятельности для наших первокурсников. У нас есть замечательный проект «Студент студенту», когда студенты-старшекурсники закрепляются за первокурсниками, за начинающими студентами и оказывают помощь и содействие. И вот в первые дни, особенно когда проходит такой активный этап социализации. Поэтому первокурсникам у нас точно не скучно, и старшекурсникам тоже не скучно, потому что они во всех этих мероприятиях принимают активное участие как организаторы и как волонтеры. Ну а в плане второй части вопроса, безусловно, согласна с коллегами, что есть требования разного уровня, и должна сказать, что сегодня в общежитиях, в трех общежитиях подготовлены места для изоляторов и для обсервации, это 30 мест, ну и у нас готов всегда спортивный оздоровительный лагерь «Буревестник», это 152 места, с этого года он стал у нас круглогодичный, то есть отопление появилось во всех корпусах, и поэтому в любое время мы готовы сопроводить наших ребят для временного вот, времяпровождения, вот этой 14-дневки для обсервации. Ну и, конечно же, безусловно, в течение этих 14 дней, когда будет проходить обсервация, мы помогаем ребятам проходить медицинский осмотр, оформлять страховку. Это все делают тоже наши ребята-старшекурсники и деканат, и воспитательный отдел. Спасибо вам. Спасибо, Елена Ефимовна. И набережные Челны. Махмуд Масхутович. Леонид Григорьевич, позвольте мне ответить на вопрос, связанный с организацией работы с первокурсниками. Отмечу, что... Я тогда напомню нашим зрителям, если позвольте, что Ирина Ефимовна Нургатина, да, сейчас... Да. Потому что несоответствие какое-то, да, скажут, изменился директор. Это замечательный заместитель директора Набережно-Челнинского филиала, который сейчас ответит нам на поставленный вопрос. Спасибо. Сентябрь начался у нас уже дружно и весело. Мы 1 сентября проводили в особых условиях, когда
для групп первокурсников были проведены свои линейки, ну, с учетом ограничений, которые сегодня, к сожалению, у нас имеются. Что касается адаптационной программы, то в нашем институте есть программа, в которой прописаны мероприятия и адаптационные тренинги. Я бы хотела отметить здесь особую роль наших ребят, которые включаются в работу с иностранными студентами. Ассоциация иностранных студентов, то есть взрослые иностранные студенты, берут под свое крыло первокурсников-иностранцев, и мы с ними вместе проводим адаптационные тренинги. Мы проводим посвящение в студенты. Уже с пятницы этой недели в нашем самом эпичном, как студенты говорят, или эпическом месте нашего института, в спортивно-оздоровительном комплексе «Дубравушка», мы начинаем на свежем воздухе проводить такие посвящения по отделениям нашего института. Ну и, конечно же, скажу о том, что начало этой недели было тоже уже активно. Наши творческие спортивные объединения занимаются привлечением студентов-первокурсников и проводят свои внутренние мероприятия по тем или иным направлениям. Что касается вопроса организации работы с теми студентами, которые приезжают к нам из-за рубежа, то отмечу, что и у нас тоже есть места и для прохождения периода 14-дневной изоляции. И, конечно же, эти ребята будут до конца на связи с нами. Мы с каждым из них будем не только держать связь, но и будем рядом. Спасибо. Спасибо. Ну и чтобы уж не завершать на ковидных делах, да, еще так, чтобы до конца они были на связи с нами. Вот, есть вопрос в догонку того, о чем вы говорили. Гульнара Сафина спрашивает, а где можно получить списки тех гостиниц, ну, хостелов, возможно, где можно временно разместиться, пока не решится вопрос с общежитием, и какова стоимость проживания там планируется? В список гостиниц можно получить профсоюзную организацию студентов. Мы постараемся вывесить. Есть в департаменте, есть уже на сайте. Департамента внешних связей есть список, есть хостел. Мы там где-то тоже на 200 увеличили. Мест, да. И стоимость от 250 рублей. То есть сейчас это уже все доступная информация. Да, это уже можно использовать в поиске. В месяц по хостелам, по-моему, от 6,5 где-то тысяч, там до 8 условно, вот в этот промежуток времени. Мы тоже, когда смотрели, в помощь студентам создавали базу, то есть по всем гостиницам города, то есть чтобы, ну, именно было удобно и недорого студентам, если в этом необходимость. Спасибо. Это была прямая линия, я бы назвал это телевидеомост вообще, прямой эфир телевидеомоста Казань, Набережные Челны, Елабуга. Спасибо всем участникам нашего моста и надеюсь, что каждая наша следующая встреча будет носить более позитивный характер с точки зрения и тем, и возможности ответить на те вопросы, которые пока ожидают своего решения, но обязательно, я надеюсь, будут решены. Спасибо вам. Спасибо.